Добрый день, уважаемые слушатели. Предоставляю вашему вниманию лекцию номер один по дисциплине электротехническое материаловедение. Меня зовут для специальности электроэнергетики. Меня зовут Драганова Маргарита Анатольевна. Я магистр технических наук, старший преподаватель кафедры энергетические системы. Лекция рассчитана на 4 часа. Первые 2 часа – это введение в предмет. На этой лекции мы рассмотрим 4 вопроса. Первый вопрос. Что такое материал, материаловедение, электротехническое материаловедение? Второй вопрос. Роль материала в современной технике? Третий вопрос. Основные типы материалов, применяемых в энергетике и электротехнике. Композиционные материалы. Четвертый вопрос – методические указания по курсу. И перечислю вам литературу. Диэлектрические материалы являются основными видами электротехнических материалов, с которыми придется встретиться на практике будущим инженерам-электрикам. Эти материалы служат в качестве изоляции токоведущих частей энергооборудования. Они включают в себя такие разнообразные типы электрической изоляции, как воздух в линиях электропередач и электроаппаратах, нефтяные и искусственные масла в трансформаторах, кабелях и конденсаторах, твердые диэлектрики в изоляторах воздушных линий, ВЛ, воздушные линии называются ВЛ, конденсаторах, установочных изделиях и корпусах аппаратов и тому подобное. При этом физические условия, в которых должна находиться и функционировать изоляция, накладывают определенные требования на физико-химические параметры материала, ограничивая возможный вид и тип используемых электротехнических материалов. Кроме того, при конструировании даже простейших изделий, предназначенных для работы в электрическом поле, необходимо четко представлять, какие процессы происходят в материале, как влияет тот или иной материал на работу других частей устройства, в том числе за счет перераспределения электрического поля. Здесь необходимо учитывать разноплановые характеристики материала, механические характеристики, такие как плотность и вес материала, прочность на сжатие, разрыв или изгиб. Далее, теплофизические характеристики. Это теплопроводность, теплоемкость, нагревостойкость, теплостойкость и горючесть. И электрофизические характеристики, диэлектрическая проницаемость, электропроводность, электрическая прочность, трекингостойкость и физико-химические характеристики, химическая стойкость, влагопроницаемость и так далее. Зачастую всем требованиям невозможно удовлетворить. Поэтому необходимо ясное понимание всего комплекса процессов, происходящих при функционировании устройств, чтобы оценить значимость каждого из требований и понять, какие из них в каждом конкретном случае являются главными, а какие второстепенными, и ими можно даже пренебречь. Целью настоящего курса является изучение основных процессов, происходящих в диэлектрических материалах под воздействием электрического поля, ознакомление с основными материалами, применяемыми в электроэнергетике, их основными свойствами. Значит, еще раз повторяем, целью курса электротехническое материаловедение является изучение основных процессов, происходящих в диэлектрических материалах под действием электрического поля,
Понятно, да, в диэлектрическом поддействии, какие происходят процессы, когда мы на какие-то материалы прикладываем электрическое поле. Ознакомление с основными материалами, какие существуют для работы электриков, и применяемыми в электроэнергетике, и с их основными свойствами. Рассмотрим первый вопрос. Что такое материал, материаловедение и электротехническое материаловедение? Прошу записать определение. Материал. Записываем. Материал – это объект, обладающий определенным составом, структурой и свойствами, предназначенный для выполнения определенных функций. Повторяю еще раз. Материал – это объект, обладающий определенным составом, структурой и свойствами, предназначенный для выполнения определенных функций. Предназначенный для выполнения определенных функций. Далее меня слушаем и тезисно записываем. Материалы могут иметь различное агрегатное состояние. Материалы могут иметь различное агрегатное состояние. Двоеточие. Твердое, жидкое, газообразное или плазменное. Или плазменное. Материалы могут иметь различное агрегатное состояние. Твердое, жидкое, газообразное или плазменное. Функции, которые выполняют материалы, разнообразны. Это может быть обеспечение протекания тока в проводниковых материалах, сохранение определенной формы при механических нагрузках в конструкционных материалах, обеспечение непротекания тока, изоляция в диэлектрических материалах, превращение электрической энергии в тепловую, в резистивных материалах. Обычно материал выполняет несколько функций. Например, диэлектрик обязательно испытывает какие-то механические нагрузки, а значит является конструктивным материалом, конструкционным материалом. Записываем еще одно определение. Материаловедение. 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 Наука, занимающаяся изучением состава, занимающаяся изучением состава, структуры, свойств материалов, поведением материалов при различных воздействиях, поведением материалов при различных воздействиях, двоеточие, тепловых, электрических, магнитных и так далее. Запятая. А также при сочетании этих воздействий. А также при сочетании этих воздействий. Повторяю определение материаловедения. Материаловедение – наука, занимающаяся изучением состава, структуры, свойств материалов, поведением материалов при различных воздействиях – тепловых, электрических, магнитных и так далее, а также при сочетании этих воздействий. Небольшой экскурс в историю. Стихийными материаловедами были еще древние люди. Например, научившиеся делать каменные наконечники или топоры
из определенных камней со слоистой структурой. Технический прогресс человечества во многом основан на материаловедении. В свою очередь, технический прогресс дает новые возможности, методы, приборы для материаловедения, позволяет создавать новые материалы. Например, компьютерная техника. Первые компьютеры были на вакуумных электронных лампах и имели сравнительно скромные возможности. В размерах был примерно со спортивный зал. Размер единичного элемента для хранения и обработки информации составлял несколько сантиметров. Такие пластинки вставлялись, несколько сантиметров. После открытия полупроводников размер элемента уменьшился примерно в 10 раз. И поэтому размеры компьютера также уменьшились примерно в 10 раз. По мере исследования полупроводников их размер уменьшался, пока не произошел качественный скачок после открытия интегральных схем, когда несколько транзисторов соединили в одном элементе. В дальнейшем и этот элемент постоянно уменьшался, и в нем соединяли все больше и больше количество транзисторов. В настоящее время элементарный транзистор имеет размер приблизительно 0,5 микрон. А в больших интегральных схемах соединяются тысячи таких транзисторов, тысячи таких элементов. Предполагается, что в дальнейшем будущем будет постепенно осуществляться переход на масштаб 0,2 микрона и 0,18 микрона. Имеются идеи о создании элементов размером в молекулу. Представляете? Ну, мы немножко отвлеклись. Этот экскурс был такой. Что значит материаловедение? Запишем еще одно определение. Электротехническое материаловедение. Электротехническое материаловедение. Это раздел материаловедения, который диктую. Электрическое материаловедение. Электротехническое материаловедение. Это раздел материаловедения, который занимается материалами для электротехники и энергетики. Это раздел материаловедения, который занимается материалами для электротехники и энергетики. Запятая. То есть материалами. То есть материалами, обладающими специфическими свойствами. Обладающими специфическими свойствами, необходимыми для конструирования. Необходимыми для конструирования производства и эксплуатации электротехнического оборудования. Необходимыми для конструирования, производства и эксплуатации для конструирования, производства и эксплуатации электротехнического оборудования. Ряд материалов традиционный для любого из разделов материаловедения, в первую очередь, это конструкционные материалы. Основные материалы, рассматриваемые здесь, специфичны именно для электротехнического раздела материаловедения. Это в первую очередь диэлектрические материалы, затем проводниковые материалы, магнитные материалы, материалы для резисторов. В основном эти темы и будут рассматриваться в курсе электротехнического материаловедения. Для успешного освоения курса не требуется особых знаний. Математика в школьном объеме, физика в объеме курса общей физики. Впрочем, несколько лекций для освежения необходимых физических понятий все-таки потребуется. Следующий пункт. Роль материалов в современной технике и, в частности, в энергетике.
Материалы играют определяющую роль в техническом прогрессе. Выше мы рассматривали пример из области вычислительной техники, когда совершенствование материала и технологии изготовления элементов оборудования и изготовление элементов оборудования из него приводит к реально новым, к радикально новым результатам. Можно привести еще несколько примеров из других областей. Ну, например, изготовление баллонов для хранения газов под давлением. Вес баллона определяется толщиной стенки сосуда, в котором хранится этот газ, который, в свою очередь, определяется механической прочностью материала. Чем менее прочный материал, тем тяжелее сосуд. Так вот, сосуд для хранения азота примерно на давлении 100 атмосфер объемом 100 литров, изготовленный из стали, имеет разный вес в разных странах, где разные технологии изготовления стали и, соответственно, разная ее механическая прочность. К примеру, вышеупомянутый сосуд в США имеет вес 40 кг, у нас 80 кг, в Китае 150 кг. Приведу другой пример, более близкий к энергетике. Рабочая напряженность электрического поля в мощном импульсном накопителе энергии, допустим, большой конденсатор, в котором в качестве диэлектрика является вода, в американском накопителе Юпитер выбирается 150 кВт на сантиметр, а в нашем накопителе Ангара всего 80. У американцев лучше технология приготовления воды и электродов, следовательно, лучше свойства материала, то есть это воды в накопителе. Значит, пробой в воде достигается при более высокой напряженности. И можно выбрать большую рабочую напряженность. Еще более близкий пример. Изоляторы высоковольтных линий. Исторически первыми придумали изоляторы из фарфора. Технология их изготовления достаточно сложна, капризна. Изоляторы получаются довольно громоздкими и тяжелыми. Научились работать со стеклом. Появились стеклянные изоляторы. Они легче, дешевле, их диагностика несколько проще. И, наконец, последнее изобретение – это изоляторы из кремний органической резины. Первые изоляторы из резины были не очень удачны. На них поверхности с течением времени образовывались микротрещины, в которых набивалась грязь, образовывались проводящие треки, и затем изоляторы пробивались и переставали быть изоляторами. Подробное изучение поведения изоляторов в электрическом проводе, при электрическом поле проводов высоковольтной линии в условиях внешних атмосферных воздействий позволило подобрать ряд добавок, улучшивших атмосферостойкость, также стойкость по отношению к загрязнениям и действию электрических разрядов. В результате сейчас создан целый класс легких прочных изоляторов на различные уровни воздействующего напряжения. Для сравнения, вес подвесных изоляторов высоковольтной линии 1150 кВт сопоставим с весом проводов в пролете между опорами и составляет несколько тонн. Это вынуждает ставить дополнительные параллельные гирлянды изоляторов, что увеличит нагрузку на опору. Требуется использовать более прочные, а значит более массивные опоры. Это увеличит материалоемкость, большой вес опор значительно поднимает расходы на монтаж. Для справки, стоимость монтажа составляет до 70% стоимости строительства линии электропередач. Ну, видно, что как один элемент конструкции влияет на конструкцию в целом. Применение кремния органической резины позволяет резко удешевить и ускорить строительство. Сейчас, например, в Новосибирске действуют по крайней мере три фирмы, разрабатывающие конструкции быстромонтируемых опор. Основой для этого прогресса является разработка и использование для изоляторов новых электротехнических материалов. Легкие изоляторы дают возможность облегчить опоры, тем самым уменьшается ветровая нагрузка, удешевляется изготовление, доставка и монтаж высоковольтной линии. Продолжаем нашу лекцию. Третий вопрос нашей лекции – основные типы материалов, применяемых в энергетике и электротехнике. Композиционные материалы.
Основные материалы, которые используются в энергетике, можно разделить на несколько классов. Это проводниковые материалы, магнитные материалы, диэлектрические материалы. Общим для них является то, что они эксплуатируются в условиях действия напряжения, а значит также и электрического поля. В них протекают электрические токи, выделяется тепловая энергия, происходит потеря электрической энергии, происходит нагревание материала. Более специфичны магнитные материалы. В них запасается магнитная энергия, в них также происходит ее потеря, выделяется тепло при работе в переменном электрическом поле. Также здесь следует выделить целый громадный класс материалов не по признаку их функционирования, а по составу. Это композиционные материалы, то есть материалы, состоящие из композиции нескольких материалов. Запишем. Композиционные материалы. Композиционные материалы. От слова композиция. Композиционные материалы. Материалы, состоящие из нескольких компонентов. Состоящие из нескольких компонентов, выполняющих разные функции. Выполняющих разные функции. Композиционные материалы – это материалы, состоящие из нескольких компонентов, выполняющих разные функции. Причем между компонентами существуют границы раздела. Сейчас это все объясню, что такое граница раздела. Причем между компонентами существуют границы раздела. Примеры композиционных материалов. Допустим, стеклопластик, стержни и трубы. Стеклотекстолит листовой. Материалы для контактов. Смеси электропроводного и тугоплавкого металла. Сочетание двух или более материалов позволяет использовать сильные стороны каждого из материалов. При этом свойства композита далеко не всегда являются промежуточными между свойствами компонента. В ряде случаев улучшаются характеристики, либо появляется материал с принципиально новыми характеристиками. Рассмотрим, например, стеклопластик. Он состоит из волокон стекловолокна, пропитанных полимером, обычно эпоксидным полимером. Основное достоинство этого материала – высокая механическая прочность. Прочность эпоксидного компаунда недостаточно велика. Этот материал достаточно хрупок. Прочность стеклянного волокна значительна, но у нее хрупкость также значительна. А после пропитки волокон и последующей полимеризации прочность стеклопластикового стержня на разрыв не уступает прочности волокон, тогда как хрупкость у стержней в принципе отсутствует, то есть они абсолютно не хрупкие становятся. Основными характеристиками материалов является электропроводность или обратная величина сопротивления, плотность, механическая прочность при различных нагрузках, теплоемкость, теплопроводность. Для диэлектрических материалов наиболее важны удельное электрическое сопротивление, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери и электрическая прочность. Большинство этих терминов вам неизвестно, но в процессе изучения настоящего курса мы с ними подробно познакомимся. Запишите характеристики композиционных материалов. Характеристики композиционных материалов. Характеристики композиционных материалов. Оказывается, удельная теплопроводность, электропроводность, диэлектрическая проницаемость, коэффициент диффузии,
являются близкими характеристиками. Это как бы, ну, практически одно и то же. В том смысле, что они описывают потоки зарядов, вещества, тепла, электрического поля, любого потока, в зависимости от сил, вынуждающих эти потоки. Например, запишите, плотность тока связана с градиентом потенциала через проводимость. Плотность тока определяется, связана с градиентом потенциала через проводимость. Формулу запишите. G равняется минус сигма умножить на градиент фи. Плотность тока – это минус сигма, умноженная на градиент фи. Индукция. Индукция связана с градиентом потенциала через диэлектрическую проницаемость. Индукция D равняется минус эпсилон нулевое умножить на эпсилон умножить на градиент фи. Следующая формула. Поток тепла связан с градиентом температуры через теплопроводимость. Q равняется, Q маленькая, равняется минус лямбда умножить на градиент T большое. Температура, градиент температуры на градиент T большое. Для композиционных материалов оказалось, что зависимость какого-то параметра композиции эпсилон сигма или лямбда от аналогичных параметров компонента идентична для любого из параметров. Поэтому говорят об обобщенной проводимости. Обобщенная проводимость – это зависимость обобщенной проводимости композиции от аналогичных проводимости компонентов. Существует достаточно большое количество выражений для вычисления обобщенной проводимости композиционных материалов. Диэлектрической проводимости, теплопроводности, диффузии и электропроводности в различных случаях. Кроме того, теоретически получена группа оценок сверху и снизу, причем при использовании дополнительной информации о частицах, среде и характере их взаимодействия, интервал между оценками можно сделать достаточно узким. Для оценочных расчетов более удобен способ непосредственного вычисления обобщенной проводимости, исходя из характеристик компонентов. Поскольку нас интересует в первую очередь диэлектрическая проницаемость и электропроводность, при использовании известных выражений, полученных для расчета других видов проводимости, будем заменять соответствующие физические характеристики на нужные. И сейчас необходимо ввести еще два понятия о структуре. О структуре материала. Существует две принципиально различные структуры. Матричная и взаимопроникающая. Давайте запишем определение. Первое. Структура является матричной. Структура является матричной. Если по одному из компонентов структура является матричной, если по одному из компонентов можно попасть в любую точку этого компонента, можно попасть в любую точку этого компонента, не пересекая границ раздела компонентов. Не пересекая границ раздела компонентов. Такая компонента, пишем дальше,
Такая компонента называется дисперсионной фазой. Такая компонента называется дисперсионной фазой. Дисперсионной фазой или матрицей композиции. Или матрицей композиции. Компонента. Дальше пишем. Компонента, частички которой окружены дисперсионной компонентой. Компонента, частички которой окружены дисперсионной компонентой. Называется дисперсной фазой, дисперсной фазой или наполнителем. Дисперсной фазой или наполнителем. Например, частички сажи в полиэтилене. Полиэтилен является матрицей, частички сажи – наполнителем. Другой пример – молоко. Вода является дисперсионной средой, микрокапельки жира в ней – дисперсной фазой. Понятно, да? Второе определение структуры взаимопроникающей. Записываем. Структура называется взаимопроникающей. Структура называется взаимопроникающей. Взаимопроникающей, если не выполняется условие матричности, если не выполняется условие матричности, если не выполняются условия матричности и геометрические характеристики обоих компонентов, и геометрические характеристики обоих компонентов. Ну, то есть форма частиц, сколько их напишите? Форма частиц. Это геометрические характеристики, это форма частиц. И геометрические характеристики обоих компонентов, в скобочках, форма частиц, одинаковы. Например, материал, приготовленный методом порошковой металлургии, когда смешивают два или несколько разных порошков и полученную смесь прессуют. То есть порошок, все одинаковые геометрии, этих кусочков маленьких, геометрическая характеристика, их форма частиц одинаковая, их между собой прессуют и получают какой-то сплав. Матричные структуры. Расчет электрических характеристик гетерогенных систем достаточно точен в случае разбавленных суспензий. Для этих условий применимы известные формулы Максвелла, Вагнера, Винера, Аделевского. В случае малых концентраций они дают близкие значения. При достаточно больших концентрациях и при большом различии параметров компонентов практически все известные выражения непригодны. Наиболее правдоподобного описывает зависимости формула Нильсена, которая предложена для описания наполненных полимеров. Для случая наполнитель керамика с диэлектрической проницаемостью эпсилон К и матрица жидкость с диэлектрической проницаемостью эпсилон Ж. Формулу Нильсена можно написать в следующем виде. Эпсилон равняется эпсилон Ж, то есть жидкости, умножить на дробь в числителе единица плюс
Это все записываю, формулу. Пишем формула Нильсена и записываем. Единица плюс А умножить на Б умножить на В К. К это керамическое. В знаменателе пишем единица минус Б умножить на сигму и умножить на В К. Пси, то есть, извините, господи, что я вам говорю. Единица минус b умножить на пси умножить на vk. Вторая формула, чтобы определить, что такое b. b есть эпсилон k керамическое делить на эпсилон g жидкостная диэлектрическая минус единица делить на эпсилон К делить на эпсилон Ж плюс А. И что такое пси? Пси равняется единица плюс дробь числитель единица минус пи от М делить на П от М в квадрате умножить на ВК. Где объем, где В от К это объемная доля керамики. В от К. Объемная доля керамики. А. Форма частиц. Где А равно 1,5 для сфер, А равно 3 для частичек нерегулярной формы с минимальной поверхностью. А равно 4 для пластинок и чешуек различной формы. Это Пи от М – максимально возможная объемная доля твердой фазы, характеризующая укладку и форму частиц. Максимально объемная возможная доля твердой фазы. Анализ зависимости диэлектрической проницаемости от концентрации твердой фазы показывает, что при малых концентрациях вне зависимости дают примерно одинаковые значения. Экспериментальные данные не противоречат расчетам. Однако при повышении концентрации до 25-30% все зависимости, кроме формулы Нильсена, дают значительно меньшие значения, чем эксперимент. Когда мы доводим до концентрации 50-55%, формула Нильсена дает блестящее совпадение с экспериментом. Причем это проверено на ряде жидкостей, начиная с трансформаторного масла и заканчивая сульфанолом. После 50-55% формула Нильсена начинает давать значения больше, чем зарегистрировано в эксперименте. Взаимопроникающие структуры. Взаимопроникающие структуры. Для этого случая также предложено большое количество выражений. Наиболее популярна формула Лихтенекера. Эпсилон равняется эпсилон 1 эпсилон равняется эпсилон 1 в степени v1 умножить на эпсилон 2 в степени скобочка i минус v1 минус v1 скобочка закрывается. Ну и видно, что по этой формуле, что все компоненты равноправны. То есть они взаимопроникающие. И последние методические указания по курсу. Литература. Мне хотелось бы подчеркнуть, что материаловедение заключается в запоминании материалов и их характеристик. Это можно сделать, пользуясь справочниками. Но в первую очередь необходимо понимать процессы, происходящие в материалах под воздействием тех или иных факторов. При использовании материалов электротехники. Поэтому в нашем рассмотрении уклон будет в сторону физики. Ну и я надеюсь, что это придет к более глубокому пониманию электротехнических материалов. На этом наша лекция введения в электротехническое материаловедение закончилась. Мы дали вам краткое содержание. Что такое материаловедение вообще, что такое электротехническое материаловедение, роль материалов в современной технике,
сказали об основных материалах, применяемых в электричестве и в электротехнике. Мы узнали, что такое композиционные материалы. На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Всего вам доброго.